Распоряжение о назначении Буйнтоба Тамункуева заместителем председателя правительства Забайкалья было подписано губернатором в конце октября. Новому зампреду пришлось сменить не только место жительства, но и стать куратором сразу трех министерств – Госветслужбы и Департамента районного развития Забайкалья. Чуть меньше двух недель мы дали Буйнтобу Наджаповичу на то, чтобы включиться в процесс, и сегодня он уже у нас в гостях. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, в Читу вам все-таки пришлось переехать или живете и в Чите, и в Агинском сейчас? Но мне самому лично пришлось, я уже две недели живу в Чите, но семья еще находится в Агинске. А есть в планах перевести семью сюда? Наверное, да, потому что от семьи все равно далеко, это не всегда хорошо. Ну и когда семья близко, это всегда новые силы, энергия, поэтому в любом случае семью, наверное, перевезем. По образованию вы экономист-менеджер на предприятиях машиностроения, причем получали образование не в Чите, а, насколько нам известно, в Томске. Почему тогда, в 2005 году, уже с дипломом на руках, решили вернуться на родину? Ведь, согласитесь, возможностей для молодого специалиста в Томске намного больше, чем здесь. Ну, я вообще учился в Томске, заканчивал, и вообще никогда мне не было даже мысли оставаться там. Почему-то всегда тянуло в свои родные края. Поэтому, как закончил, на следующий день взял билеты и вернулся в Агинский Бурятский округ, в свой родной поселок Агинское. Ну и уже там начал искать себе работу, и в конечном итоге так получилось, что попал на государственную службу. Ну, о чем не жалею. Ну и можно сказать, что в 2005 году, когда я заканчивал, все-таки Агинский Бурятский округ имел очень хорошее там развитие, и люди ехали в Агинский округ на постоянное место жительства. На тот момент, ну просто я уже сейчас об этом знаю, что на тот момент миграционная прибыль была в Агинском округе, и поэтому очень многие молодые люди видели перспективы своего какого-то дальнейшего развития именно на этой территории. Ну и я здесь, наверное, точно так же. Вы достаточно быстро и смело поднялись по карьерной лестнице. Что или, может быть, кто вам помогал не сидеть в должности обычного специалиста и почему вам хотелось большего? Не знаю. Я думаю, что нужно делать свою работу, делать ее ответственно, качественно. И тогда всегда тебя где-то заметят, всегда найдется человек, который тебя будет поддерживать. Поэтому так получилось, что с 2015, наверное, года у меня смена моей работы была как минимум один раз в два года. Да? Сначала муниципальный уровень, потом обратно окружной уровень, потом опять муниципальный уровень, потом на уровне уже правительства Забайкальского края. И сейчас, когда ставятся новые задачи, ну, нельзя отказывать. Если есть возможности, есть уверенность, что ты ее можешь решить, то двигаться дальше. Поэтому вот так получилось. А вообще в детстве кем вы себя видели или кем хотели родители вас видеть и транслировали вам эти мечты? Вообще я с детства был, всегда любил естественные, там, математические науки, да, поэтому я, наверное, думал, что я буду каким-нибудь там инженером, в этом направлении думал, будет двигаться, но в конечном итоге так судьба распорядилась, что я пришел на государственную службу. Еще раз повторяюсь, о чем не жалею, поэтому всегда нужно быть, по моему мнению, быть нужным для своей родной земли, для своих земляков, поэтому стараемся в этом направлении вот так работать. Как восприняли новость о вашем новом назначении ваши коллеги из администрации Агинского Бурятского округа? Было кому передать свои полномочия, задачи, нерешенные дела и всю остальную ответственность? Ну, коллеги восприняли в первую очередь, конечно, это было для них неожиданно, потому что решение было принято очень быстро. Они точно так же, как и многие, узнали об этом из средств массовой информации. Когда я вечером приехал объявить, после разговора с Александром Михайловичем, приехал объявить о том, что все, меня переводит в правительство Забайкальского края сюда, в Читу, ну, они, понятно, что понимали, что поставлена такая задача, что необходимо переезжать, необходимо менять эту работу. И все пожелали удачи, успехов. И я думаю, что уверен даже, что они очень сильно меня поддерживают, и я их точно так же. По новому руководителю, да, действительно, мы
посоветовались, поговорили с Баиш Бесхалановичем Джамсоевым. Этот человек должен был быть с земли, человек, понимающий, что такое муниципальные органы власти, как там налажена работа, как на окружном уровне, человек, который понимает вообще полномочия и функционал администрации Агинского Бурятского округа, ну и человек очень работоспособный. Поэтому внесли предложение губернатору Забайкальского края, которое он тоже поддержал, и Базарсамбаевича Дугаржапова назначили исполняющим обязанности заместителя председателя правительства, руководителя администрации Агинского округа. В новой должности вы трудитесь чуть меньше 2 недель. Успели уже погрузиться или в целом все процессы вам уже знакомы? Конечно же, много нового. Почему? Потому что перечень вопросов, вообще поле вопросов очень широкое, да, это и экономика, планирование, и сельское хозяйство, и экономическое развитие муниципальных районов, городских округов. Поэтому вникаю, но здесь можно сказать о том, что времени каких-то там месяцев или там недель вникать, не заниматься там текущими и сегодняшними проблемными вопросами нет, поэтому все это делается параллельно. По вечерам, по свое свободное время и так далее, вникаю в эту работу все глубже и глубже, а сейчас уже занимаемся текущими делами. Круг ваших полномочий не ограничивается 3 министерствами и еще несколькими ведомствами. Мы понимаем, что он достаточно объемен для одного человека. Как вы расставляете приоритеты, чтобы все успевать? Еще раз повторяюсь, действительно он очень широкий, поэтому приоритетов, ну это вот такая матрица, да, большая, она может быть федерального уровня, регионального уровня, муниципального уровня, но я для себя решил, что приоритетами должны быть те задачи, те мероприятия, которые принесут наибольший эффект для развития нашего региона, для того, чтобы у нас в Забайкальском крае людям жилось комфортнее, удобнее, лучше, чтобы у них заработные платы, высокие заработные платы были, чтобы работа была и так далее. Поэтому приоритеты были расставлены таким образом, по каждой сфере, чтобы это приносило максимальный эффект для нашего региона. Наметили ли вы уже маршрутный лист на ближайшие пару месяцев, допустим, до начала Нового года? Какие темы сегодня на вашем особом контроле? Ну, в первую очередь, это завершение нашего финансового года, завершение всех взятых на себя обязательств федерального, регионального уровня. Проблемы есть, мы ими сегодня занимаемся, это и реализация наших инвестиционных проектов, планы социального развития. И это и какие-то поручения президента, губернатора и так далее. Поэтому для себя тоже на конец года перечень вопросов уже обозначил, и по ним дальше будем работать. И последний вопрос. Скажите, насколько вы открыты для прессы? Может быть, планируете завести собственного пресс-секретаря, и насколько активно ведете социальные сети? Ну, с последнего начну. Я, к сожалению, очень неактивный пользователь в личном плане. У меня как таковых социальных сетей нет. Ну, они есть, но я их не веду практически. Но в силу своих сегодняшних обязанностей, должностей, я думаю, что все-таки в ближайшем будущем это начнем делать. Ну и по пресс-секретарю, ну, здесь практика такая, что с управлением пресс-службы закрепляется за тобой пресс-секретарь, который будет вести эту работу. Поэтому ждем этого закрепления. Я думаю, что такой человек появится. Благодарю за беседу. Спасибо. Напомним, сегодня мы поговорили с новым зампредом правительства Забайкалья Буюнтобом Тумункуевым о его новой должности, продвижении по карьерной лестнице и планах на будущее.